22 сентября. Взял блюдо с собой. Сделал гравировку чешуи зеркального карпа. Хвост, плавники, все как в реалии. И сейчас маслом проявляю, зачистил все и проявляю маслом рисуночек и гравировку. Несколько раз пришлось немножко дообжигать. Ну вот, видите, минута работы 2-3 маслом. А сколько к ней идти надо? Одной рукой снимаю, нет у меня оператора. Некогда мне этому фотошопить, соединять и так далее. Работы много. Ну вот, питается потом, вот масло чуть больше дал, чтобы впиталось хорошенько. Сосало дерево это масло, это дуб, дуб сухой. Я показывал в коротких видео, как делал эту доску. Сейчас поднимусь чуть-чуть. Вот оно как получилось. Все, всем добра, продолжим.